28 февраля митрополит Кемеровский Прокопьевский Аристарх, ректор Кузбасской православной духовной семинарии КПДС, встретился с воспитанниками пасторского и регенского отделений. В связи с началом Великого Поста ректор Кузбасской семинарии посвятил свою лекцию раскрытию таких понятий, как покаяние и грех. Цель – это не только и не столько ограждение себя от пищи, сколько в решении другой, более сложной задачи. И вот цель поста, если говорить очень кратко, но по существу и о главном, состоит в том, чтобы в этот период сделать все с помощью тех средств, которые предлагает церковь, изменить внутри себя свой духовный мир к лучшему. По окончанию встречи со студентами митрополит Аристарх провел заседание учебного совета, в ходе которого были рассмотрены административные и учебные вопросы. Ученый совет обсудил подготовку семинарии к пасхальным мероприятиям и празднованию 400-летия Новокузнецка. Экскурсию строим по городу. Тоже какую-то программу здесь, Андрей, по городу запланируете, там Достоевского, крепость показать, храмы и так далее. Среди учебных задач особое место занимает подготовка к государственной аккредитации семинарии. Отметим, что в феврале 2018 года Министерство образования и науки Российской Федерации направило в КПДС Комиссию Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки с целью лицензирования духовной школы. В результате проверки Кузбасская семинария получила право на проведение процедуры аккредитации. Активная тональность. До, ми, до, соль, до. Целая нота, да? До. Спокойно, а дальше половиночки, куда торопимся? До не можно. Поехали. До не можно. Напомним, что семинария была основана в 1994 году как Новокузнецкое православное духовное училище. В 2007 году на заседании Священного Синода оно было преобразовано в Новокузнецкую православную духовную семинарию со статусом высшего учебного заведения Русской Православной Церкви. В октябре 2012 года в связи с преобразованием Кемеровской епархии в Кузбасскую митрополию Новокузнецкая духовная школа была переименована в Кузбасскую православную духовную семинарию.